Ну, детона сойдет, значит, мы все же будем. Damn it! We're almost there! I'll go get him. You just get in contact with Brad. Whatever it takes! Okay. Так, мы погнали. Еще один бой с Тюрантом. У меня здесь патронов хватит. Я немножко перетратил их. Пока шел сюда. Так что у нас, по-моему, всего... патронов 14. Ну, ракетницу все равно скидывают, так что ничего страшного, даже если патроны кончатся, побегаем и пристрелим тиранта. Так. Заставку пропустим. Хотя. Да, вот. Брутально как-то бегает, что ли, за мной. Опять побежал. О боже, опять в том же месте. Вот. Сейчас не-не-не-не-не. Сейчас я выпью аптечечку и продолжу обстрел. Где бей своего придурка? Так, сейчас мы еще одну примем. А, все. Jill, use it! Kill it, whatever it is! Так, и понеслась. Никогда не надоест смотреть на это, как его разрывают на куски. Я знаю, что он взорвался к ебеням. Ну ладно, не важно. Красивый рассвет, так что все у нас хорошо. Так, ну что, на этом мы закончим Jill, эту короткую часть. О, я пошел назад даже быстрее, чем прошлое. Все быстрее и быстрее. Так, и теперь я закончу и потом сразу подсоединю в одно видео вторую часть. Так что сейчас встретимся. Итак, ну вот он и момент. Я не спас никого. И мы идем на выход. Сейчас посмотрим, будем ли мы драться с тирантом. Аварийной сигнализации как таковой нету. Открываем фигню мы ключиком. Ключик у нас остается, потому что, как вы помните, второй раз его нужно использовать для камеры Криса. Но мы его не спасаем. Я не думаю, что мы будем драться с тирантом, и не думаю, что здание взорвется. Ну ладно, не важно. Брэд, там есть Брэд. Это мы уже слышали 4 раза. 4-й, во всяком случае. Так, ну берем эту шняшку. Ох ты, говно. Ладно. Сейчас что-нибудь прикусим. Так, вставляем.
что ж, берем ящичек с сигнальными ракетами и смотрим, что будет. Мне, наверное, больше понравилось. Jill, you did a fine job. Да, я знаю. Но я не Джилл, окей. Ну, понравились мне вторая и третья концовки. Они более такие, как бы, интересные. Не знаю, с какой стороны. Более такие красочные. И в них мы сражаемся с тирантом. На крыше у них взрывается здание. В целом они отчасти по своей концепции похожи между собой, а первая и четвертая, они похожи тоже по-своему друг на друга, тоже в конце глаз этого тиранта, тоже ничего мы не говорим, летя в самолете, правда, то в один, а то с Крисом, но вот, и неважно. Да, тут я загрузил свой тот первый сейф, где Берри умирал, и я его тоже улучшил немножко по времени. Ну что ж, всем пока. Рад, кто смотрел, комментируйте, подписывайтесь, не знаю. Всем пока, скоро встретимся в новых прохождениях. Давайте, удачи.